джип Wrangler 6x6. Жертвой растяжки однажды стал и джип Wrangler. Совместную операцию по внедрению еще одной оси провели специалисты из китайской компании Jay Patton и тюнинговое ателье Hennessy. Джип Wrangler 6x6 получил 3,6-литровый мотор. Вот только реализация прокачанного проходимого автомобиля проходила исключительно в Китае. Там машина пользовалась очень огромным спросом. Ведь по характеристикам она не уступала Mercedes-Benz J63 AMG 6x6, а стоила существенно и очень существенно дешевле. Поэтому в Китае этот внедорожник получил очень большое распространение и является хитом среди автомобилей 6x6 в Китае.